Привет, друзья! С вами я, Марина Чернова, и сегодня я приготовлю портулак в кляре. Что мне для этого понадобится? Значит, портулак примерно вот такой длины, сантиметров 15. Пару яиц, 2-3 зубчика чеснока, растительное масло, 150 грамм кефира, черный молотый перец, соль и мука. Начнем с кляра. В чашку отправляем яйца. И добавляем сюда кефир. И все хорошенько перемешиваем, взбиваем. Трем сюда же чеснок на мелкой терке. И теперь постепенно добавляем понемногу муку. Хорошенько перемешиваем. Тесто должно быть примерно как на оладушке. И теперь тесто я посолю и добавлю черный молотый перец немножечко. Все хорошенько перемешаю. И кляр готов. Вот такой вот он густоты примерно. На тарелочку вот такую плоскую насыпем немного муки. Это чтобы портулак перед тем, как в кляр обмакивать, посыпать мукой. Также портулак мы сразу подсолим слегка и поперчим. Берем веточку портулака, вот так вот в муке обмакиваем и кидаем в кляр. Обмакиваем портулак в кляре. Со всех сторон. Да, со всех сторон. И кладем в разогретое масло. Масло не разогрелось. Да уже нормально. Хорошо передумала, надо сказать. Ну, вообще вкусно. Обалдеть. Когда с одной стороны подрумянится, переворачиваем и обжариваем с другой стороны. Вот так, с помощью двух вилочек. Класс, супер. Да. Вообще. Вот все, вот уже обжарился двух сторон. Такой вот красивый, аппетитный. Хрустящий. Аромат чесночка такой зазывающий. Обалдеть. А внутри он очень сочный. Нет, ты творишь чудеса, Марина. Молодец. Что ты творишь с портулаком? Ну да, портулак. Это наше твое. Любимое растение. Легко и просто, да? Деликатес. Обалдеть. Смотрите, какие ажурные. Вот они, листики все. Очень вкусно. Красиво. Вообще обалдеть. Портулак в кляре готов. Вот такая красота. Гарантирую, что вкуснятина неимоверная. Удивительно. Удивительно вкусно. Вот такой вот деликатес можно сделать из абсолютно бесплатного дикороса. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, друзья, и отличного настроения!